Привет! С вами профессор Гуглов. И я здесь для того, чтобы поднять вам настроение. Усаживайтесь поудобнее. Поехали! Она Шакил О'Нил. Вроде того. Временами приходится менять ориентиры, чтобы достичь своих целей. Чувствуете себя подавленным и немного грустным? Просто посмотрите вверх, и, возможно, вам повезет, и вы увидите что-то, что заставит вас улыбнуться. Их лица явно все говорят. Шар был так разочарован, что вернулся, чтобы дать второй шанс. А эта женщина из тех, кто не готовится, но все равно сдает тест. В войне нет ничего хорошего. Теперь у этого Самсунга есть чем похвастаться. Apple согласен. Инфляция и так высокая, а тут происходит такое. Ты на моей территории, человек. Туристу повезло, что его гид знал, как торговаться. Какова вероятность того, что две пары незнакомок будут в одинаковых платьях? Этот чувак крут. Поразительный удар, который заставил их дом вонять из-за засора вентиляции. Представьте, если бы его джип не завелся. Лучший способ узнать, есть ли у вас настоящие друзья. Говорят, вместо того, чтобы ходить на работу каждый день, он просто бродит по улицам Мексики в поисках игровых автоматов. Если вам весело, поставьте этому видео лайк. Они нашли версию Nokia среди бутылок для пива. Дрожание его рук показывают силу кольца, а также то, что он нашел карту ценой 2 миллиона долларов. Клаустрофобы, отвернитесь, сейчас будет очень тесно. Этот охотник был так близок к тому, чтобы дать нам еще один фильм «Выживший». Один из редких случаев, когда кредитная карта спасла человеку жизнь. Некоторые говорят, что гонки на воде — это скучно, ветер доказывает обратное. Квартиры на высоких этажах работают как клетки Фарадея. Это могла бы быть его последняя бейсбольная игра, к счастью, у него кошачьи рефлексы. Не забывайте давать официантам чаевые, у них может быть шестое чувство. Когда ты переключаешь все свое внимание на реакцию. Его трюки работают как на ворах, так и на медведях. По-разному, но все равно эффективно. Природа умеет быть прекрасной и одновременно ужасающей. Камера, ракурс, кадры — это Человек-паук. Он играл в гольф рядом с человеком с очень расслабленной хваткой. Всегда найдется упорный человек, который отказывается смываться. Немного суеты на дороге. Футболисты были рады, потому что это был единственный гол, который их команда смогла забить. Иногда даже чемпионы мира должны доверять удаче и своим магниевым колесам. Вот почему соревнование по переворачиванию бутылок потеряло свою актуальность. Этому человеку нужно познакомиться с бензопилой, пока его удача не кончилась. Мы нашли яркий пример крутого удара в гольфе. Эта каймановая черепаха появилась из ниоткуда. Ему лучше остановиться, пока другие странные существа не налетели на его приманку. Если бы это была Nokia, ей бы не пришлось так волноваться. Эта женщина определенно любимчик судьбы.
Представьте себе рыбалку, но вместо настоящей рыбы ваши лески цепляют атомную подлодку. Черепашки-ниндзя благодарят ее за щедрое пожертвование. Когда ваша гимнастическая команда тренировалась в «Матрице». Парень чуть не закрыл ворота в жизни своего друга. Для нас загадка, как ему удалось пережить столько зим, рубя вот так. Люди тратят кучу денег на грузовики, но забывают о поворотниках. Единственное, что было хуже ее удачи, это ее форма. Не часто встретишь на своем пути этих надоедливых чаек из «В поисках Немо». Мы можем услышать «Иха!». На коробке, которую они купили, не было никакой надписи, поэтому они были удивлены, что все яйца были с двойными желтками. Полагаем, что Посейдон не хотел иметь ничего общего с его немытыми ногами. Вот как узнать, что ты едешь с удачливым водителем. Большие автобусы всегда могут преподнести сюрпризы, поэтому езжайте рядом с ними осторожно. Никогда не поворачивайтесь спиной к океану. Если вы плохо играете в своем нынешнем виде спорта, возможно, вы просто не то делаете. Пилот был предупрежден о плохих условиях полета, просто он любит рисковать. Потрясающий вид иногда может нести угрозу безопасности. Мы хотим знать, как они получили водительские права. Вкратце, его попытка сфотографировать — это естественный отбор. Они преувеличивали, когда говорили, что в море много рыбы. Он простой человек, который хотел только мягкую игрушку. Когда твой ангел-хранитель хочет, чтобы ты отдохнул. С тех пор его стали называть «Прыгающий Джек». Обледенелые дороги требуют повышенного контроля и удачи. Если бы он посмотрел вверх секундой позже, все было бы по-другому. Все на лодке, включая птицу, были удивлены. Не волнуйтесь, он просто хотел сделать памятный снимок. Без камеры было бы гораздо сложнее рассказать об этом своим приятелям. Разве он не должен был поймать это? На этом все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. До завтра.